Всем привет, это команда недели. Я бы хотел начать с Виска Эль Барса. Мы вернулись, и плевать на разъяренных фанатов Испаньола, которым не понравилось, что каталонские игроки водили хоровод прямо на поле. Кампеонес! Ну ладно, извините. А теперь продолжим. В Англии Холланда признали лучшим игроком сезона по версии пишущих журналистов с самым большим отрывом в истории. А Де Хей, несмотря на неровный сезон, уже точно получит золотую перчатку АПЛ. Арсенал практически выбыл из борьбы за титул. Ну, надо было слушать мои 5 причин в пользу того, что они не доберутся до золота. В Германии Дортмунд и Бавария по очереди крошат соперников, и теперь все может решиться в матче мюнхенцев с РБ. В Италии Ювентус закрепился на 2-м месте, Интер на 3-м, а Лацио на 4-м, потому что Милан показал, что им не хватает состава на 2 фронта, проиграв сначала в Лиге Чемпионов, а потом и в чемпионате Специи. В другом полуфинале Лиги Чемпионов Сити сыграл хуже соперника, но при этом добился результата. Обычно бывает наоборот. В полуфиналах Лиги Европы Севилья почти забрала душу у Ювентуса в гостях, но туринцы спаслись в концовке. А вот Мауриньо в фирменной манере засушил игру с Байером. Ну и еще из интересного из топ-лиг вылетели Сампдори и Саутгемптон, игравшие в серии А и АПЛ с 2012 года. А 8 мая в Англии в 3 встречах вот эти команды забили суммарно 21 гол. А вы говорите, в Англии нет хоккея. Сегодня я, как и вы, с интересом буду смотреть ответный полуфинал Лиги Чемпионов Интер-Милан. Как мы и предполагали, Нерадзури фавориты этой пары. Но приговаривать команду Пиоли пока рано. Счет 0-2 и вернувшийся Лиао дают хорошие шансы на реванш. Короче, я считаю, интрига жива. Ну, а увидеть, кто станет первым финалистом этого сезона Лиги Чемпионов, можно на Кинопоиске. Ведь это онлайн-кинотеатр номер один с огромным спортивным разделом. Трансляции главного европейского клубного турнира в высоком качестве, различные обзоры, а также множество других спортивных трансляций, доступны по подписке Яндекс+. А еще это очень удобно. Запускаешь приложение Кинопоиск и смотришь Лигу Чемпионов на любом гаджете, в том числе на большом экране смарт-ТВ. Ну а после футбола там же вот мы лично с супругой любим глянуть какой-нибудь фильм или даже сериал. Выбор там огромный. В общем, смотрим футбол на Кинопоиске. Там трансляции практически каждый день, ведь сервис охватывает почти все топовые лиги и соревнования. По ссылке внизу с промокодом «Мяч» вы можете оформить 45 дней бесплатного доступа к подписке. Завтра там, кстати, второй полуфинал «Сити-Реал». Его вообще пропускать нельзя. Ссылку на матч оставил внизу. Так что всех жду. Начинаем собирать наш сквот, и на этот раз в воротах сыграет вратарь Монцы Микеле Ди Григорио. На неделе они обыграли в сухую нового чемпиона страны Наполи, который все еще выпускает в старте Осим Хэна и Хвичу на замену. Итальянец сделал 7 сейвов, 5 из которых после ударов из пределов штрафной. Ну а команда после этой победы поднялась аж на 8 место. И это здорово, учитывая, что сезон Монца начинала аж с 5 поражений подряд. Место на левом фланге отдадим творению имени Анчелотти, левому защитнику Камавинге. Если с Барса кому-то могло показаться, то на этот раз с Сити мы действительно поняли, что он в полном порядке на этой позиции. Француз был надежен в обороне и круто разгонял атаки, в том числе и голевую, когда отдал ассист на Винисиуса. Думаю, все сливочные невероятно рады, что повреждение, полученное в матче с Хетафе, оказалось несерьезным для Эдуарда. Место справа займет другой номинальный опорник – Мойзес Кайседо из Брайтона. За его матч с Арсеналом, где вся команда показала оверперформанс. А эквадорец дал всем понять, что может быть очень полезен на разных позициях. Особенно запомнился эпизод, когда он в подкате нанес травму Мартинелли за то, как бразилец до этого влетел в Митому. Очень жесткий, неуступчивый, а еще универсальный футболист вырос за этот сезон в прекрасном Брайтоне. Кстати, подробнее мы рассказали о стиле игры Кайседо в телеграме «Мяч Продакшн». Заходите и почитайте. В центре защиты сыграет Антонио Рюдигер, как говорится, съевший Холланда в матче Лиги Чемпионов и показавший, что даже на киборга есть управа. Минимум касаний и моментов было у Эрлинга благодаря культовому перформансу немца. А он, напомню, достался Реалу бесплатно. Это еще один повод сказать «Браво, Фло Перес». В пару к нему поставим героя факела из Воронежа Евгения Морозова. В суперважном матче с Нижним Новгородом за возможность покинуть зону стыков этот человек в концовке при победном счете, когда команда была в меньшинстве, совершил гениальный сейв головой и помог одержать победу. Мы этот хайлайт можем показать только на стоп-кадрах, но в сети вы его точно найдете. Это войдет в историю. В центр поля мы обязательно возьмем Генриха Мхитаряна, который показал, что 34 года – это, видимо, самый сок для центрального полузащитника. Когда Интер обрушился на Милан в начале, армянин был хорош впереди и забил. А после того, как соперник проснулся, Генрих уже пахал в обороне, и 4 отбора – тому доказательство. Плюс еще и разгонял атаки длинным пасом. А потом еще и в чемпионате он отличился ассистом на ставший победный гол Лаутаро Мартинеса. Рядом с ним сыграет Илкай Гюндоган за уникальный матч с Эвертоном, где соперник в первом тайме отлично оборонялся, и Холланда снова не было видно. Но потом случился момент гениальности Илкая в штрафной, и счет был открыт. После ассист на Эрлинга, а завершил все это немец прямым голом со штрафного. Супер бенефис Гюндоган. Ну и четверка атакующих
наших футболистов. Справа сыграет герой Униона в матче за попадание в Лигу чемпионов против Фрайбурга Шеральдо Беккер. В этой встрече голландец просто замучил оборону своими рывками и проходами и уже в первом тайме помог команде повести 3-0. А когда соперник попытался вернуться и забил 2, Беккер и тут сказал свое слово, организовав Слой Дуни 4-й гол. Отличный сезон проводят берлинцы, и они все ближе к Лиге чемпионов. Левее поставим Алекса Баэну из Вильярреала, одно из открытий сезона в Ла Лиге. На неделе с Атлетиком он сначала забился штрафного, и это при Парехо в составе. Потом его удар добил ворота Джексон, плюс он отдал предголевую в одной из атак. Ну и в концовке оформил дубль. Для меня Баэна – один из секретов Сетьена, благодаря которому команда быстро перестроилась после ухода Эмери и сейчас занимает достойное 5-е место в таблице. Ну и пара нападающих. Здесь точно будет Эдин Джека, который, как и Мхитарян, показал, что цифра в паспорте – это ничто. И в 37 стал самым возрастным игроком после Гиггса, забившим в полуфинале Лиги чемпионов. Так, помимо этого классного гола, боснийц еще и круто цеплялся, сохранял мячи, и его игра в стартовом отрезке позволила смять Милан. Ну а пару ему составит возможный спаситель безумной трансферной кампании Ноттингема нигериец Тайво Авонии. Только Саша его упомянул в числе провальных переходов, как Тайво забил 4 гола на неделе. Сначала одним дублем, принеся победу над Саутгемптоном, а другим ничью с Челси. И теперь лесники имеют отличные шансы спастись, находясь в 3 очках от зоны вылета. Вот такая команда получилась со схемой 4-4-2, с очень опытным и мастеровитым центром поля в лице Илкая и Мики и с невероятной физической мощью в атаке. Такая очень британская по составу команда, олдскульная, которая могла бы покусать любого фаворита и забраться далеко в той же Лиге Европы. Тренерам предлагают таки назначить Роберто де Дзерби, который в прошлый раз не дал мне этого сделать после победы над Мью, проиграв 1-5 Эвертону. Зато теперь итальянец показал отличную реакцию на поражение, а в игре с Арсеналом угадал Кайседо на правом фланге, доверился юному Колвиллу, проведшему образцовый матч в обороне, а по ходу матча во втором тайме сделал несколько замен и грамотный тактический ход, когда перевел Макалистера поглубже, чтобы преодолевать прессинг Арсенала. Да и в целом, Брайтон при де Дзерби стал еще сильнее, и я думаю, что это любимая команда всех нейтральных болельщиков футбола в Европе. Ну а теперь в рубрике от FunBet посмотрим на главные события этой футбольной недели. В ближайшие 3 дня мы узнаем всех финалистов Еврокубка в Лиге чемпионов. Суперинтрига остается во встрече Сити и Реала. Но и другие матчи, конечно же, будут очень захватывающими. Кроме того, в среду в игре Краснодар-Урал определится второй участник суперфинала FunBet Кубка России. На выходных тоже будет что посмотреть. Список самых интересных матчей вы видите на экране. Наши друзья из FunBet приготовили для вас бонус в 2000 фрибетов по ссылке внизу. И еще кое-что интересное. Наверняка многие из вас любят классные кроссовки. Так вот, ребята из FunBet разыгрывают топовый экземпляр кроссы Nike Dunk Low в коллаборации с Off-White. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно быть клиентом FunBet и сделать любую ставку от 500 рублей до 23 мая. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и ждите результаты в телеграм-канале FunBet. Не упустите свой шанс выиграть эксклюзивные кроссовки. Список игроков на замену откроет Себастьян Алер за Таймс Гладбахом, где его удар привел к первому взятию ворот, потом сам ивуариец забил красивый мяч, заработал пенальти и, наконец, забил соперника своим вторым голом. Душа радуется за парня, который пережил кошмар со здоровьем по ходу сезона, а теперь выдает такие перформансы. Оставимся в Бундеслиге и берем в команду Кристофера Нкунку. Он помог отобрать победу у Вердера, который вел в гостях с РБ до 87 минуты, но потом француз включился и сначала исполнил закидушку, с которой забил Орбан, а потом совершил очень красивый проход на 95-й минуте, обыграв соперников и выкатив на пустые Сабаслай. Да уж, этот парень может быть полезнее Модуэке, Мудрика, Стерлинга и Абамиянга вместе взятых. Третий в нашем списке Алехандро Бальде, который срамит мою критику и проводит лучший свой матч в сезоне в гостях против Испаньола, где в первом тайме он отдал ассист и сам забил гол. Давай, Бальде, развивайся и дальше, чтобы мы не сильно плакали по Хорде Альбе. Четвертый защитник Специи Пшемыслав Вишневский. Он в матче с Миланом, во-первых, был крайне надежен против всех игроков атаки Ребича, Ориги, вышедшего на замену Жиру и так далее. А во-вторых, забил важнейший победный гол, который подарил команде надежду на сохранение прописки. Ну а замкнет сегодня список лучший игрок матча Реал Ман-Сити Винисиус. Самый заводной и взрывоопасный футболист, который смог даже Кайла Уокера заставить попотеть. Ну и главное, забил один из лучших голов недели. Бразильца не было в основе только из-за правила не более 2 игроков из одной команды. Проголосовать за своего фаворита нашей скамейки вы можете по ссылке внизу. А сейчас дадим слово Саше и узнаем, что еще интересного было на этой неделе. Всем привет! Я не в Москве, но события, как обычно, подготовил. На неделе президент Лиона Жан-Мишель Алиас спустя 36 лет правления оставил свой пост. Но, правда, сохранил за собой часть акций клуба и место в совете директоров. ПСЖ отменил отстранение Месси, но фаны все равно захейтили Лео. А свистав его на матче с Аяча, сам аргентинец не впечатлил и получил худшую оценку в этой игре. Но на третьем месте белорусская Кальчополи.
На неделе местная федерация футбола применила жесткие санкции по отношению к солигорскому «Шахтеру». Клуб лишили прошлогоднего чемпионства, а также оставили без 30 очков в этом сезоне и 20 в следующем. Причина – организация договорников и финансовое стимулирование других клубов. Под подозрением матч против «Белшины» в последнем туре прошлого сезона, благодаря победе в котором «Шахтер» и взял чемпионство. Санкции коснулись и минский клуб «Энергетик» БГУ, взявший тогда серебряные медали. Все подозреваемые в шоке. Сергей Ташуев, тренировавший «Шахтер» часть того сезона, говорит, что при нем никакими договорниками не пахло. Экс-наставник «Белшина» Александр Рыбак тоже в недоумении. Как и легенда белорусского футбола Сергей Гуренко, работавший ранее в «Шахтере». На мой взгляд, в этом деле много черных пятен. Никто федерации публично не объясняет, в чем конкретно провинились участники дела. Там просто сослались на статьи дисциплинарного кодекса и подробно не расписали, почему именно такое наказание, что именно натворил каждый из фигурантов дела. В общем, история и правда мутная, но в народе ходит версия. «Шахтер», бравший чемпионство 3 года подряд, просто решили, что называется, убрать, дабы дать дорогу минскому «Динамо», которому симпатизируют в правительстве страны. Подписчики из Беларуси, напишите внизу ваше мнение, будет интересно почитать, потому что реально непонятно, кому верить, но пока всей этой ситуации минус 10. На втором месте представивший себя бойцом ММА Магомед Шапи Сулейманов. Еще 1 мая в чемпионате Израиля прошла важная игра между конкурентами за титул – Хапоэлем Баэршева и Макаби Хайфа. Матч получился горячим, Хапоэль забил решающий гол в концовке, а уже после финального свистка началась массовая драка. В ней как раз и принял участие наш Магомед Шапи Сулейманов, выступающий за Хапоэль. Хотя к тому моменту игрок был уже заменен, он показал бойцовские навыки и отвесил хорошую пощечину футболисту Макаби. И вот на неделе за этот эпизод Шапи дисквалифицировали аж на 10 матчей, а он в команде, между прочим, важный игрок, часто выходит в основе, 4-й по гол плюс пас. Так что просто подвел команду и самоустранился на ключевой отрезок сезона. Впрочем, вряд ли в КПЛ этому были удивлены. Россиянин уже успел заработать репутацию грубого игрока. В январе Магомеда уже отстраняли на 4 матча за жесткий и намеренный удар локтем в лицо сопернику. Итого, получил 14 матчей дисквалификации уже в первом сезоне в Израиле. Браво! Пожелаем Сулейманову на поле меньше думать об ММА и побольше о футболе, но пока этой ситуации минус 14. И на первом месте неплохое, а скорее грустное событие – уход Бускетса из Барселоны. На неделе легенда клуба, третий человек в истории по количеству игр за синегранатовых, объявил, что по окончании сезона покинет команду спустя 18 лет нахождения в системе клуба. Это было незабываемое путешествие. Я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Я бы не поверил, если бы мне сказали, когда я юным попал в Барсу, что проведу 15 сезонов за лучший клуб мира, за клуб моей жизни, за клуб, фанатом которого я был и буду всегда. Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить, представлять и защищать эмблему Барселоны многие годы. Но всему есть начало и конец. Время пришло. Конечно, в последние годы уже 34-летний Бускетс просел в плане физики и чередовал хорошие отрезки с не очень удачными, но его уход все равно стал сентиментальным событием для фанатов и партнеров. «Бускетс гений. Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории», высказался когда-то партнер, а ныне тренер Серхио Хави. Образцовый человек. Эталонный капитан. Он часть нашей эмблемы, и Барса всегда будет его домом. Это теплые слова президента Лапорте. И даже принципиальный соперник Лука Модрич отреагировал на уход опорника. Один из лучших полузащитников, против которых я играл. Это было очень приятно. Действительно, Серхио был, может быть, и незаметной, но ключевой частью легендарной тройки Бускетс, Хави, Иньеста. Многие эксперты говорили, что без него Барселона Гвардиолы могла бы и не стать такой великой. Кстати, испанец оставался последним игроком той легендарной команды в составе нынешней Барсы. Так что с уходом Серхио заканчивается и целая эпоха. Говорят, теперь отправится на пенсию в Саудовскую Аравию. Что ж, полностью заслужил. Спасибо за все, Бускетс, и удачи. Здесь обойдемся без минусов, просто очень грустно. Теперь давайте к хорошим событиям. На неделе надежные источники подтвердили, что летом Маурисио Почеттино возглавит Челси. Уже даже появилась информация, кого хочет подписать наставник. Эми Мартинеса, Лаутаро, Гави и МакАлистера. Неплохо для начала. Может, Боули, узнав о больших аппетитах Почеттино, увидел в нем своего бро и поэтому сразу подписал контракт? Ну, посмотрим, что будет с трансферами летом. Но на третьем месте несколько событий, которые мы долго ждали. Их объединим вместе с пометкой «Свершилось». Итак, первое «Свершилось».
Как казалось, главный летний трансфер серии А Поль Погба, пролечившись почти весь сезон, наконец-то оформил свое первое результативное действие после возвращения в Ювентус – ассист в Лиге Европы с Севильей. Вау! Правда, уже в воскресенье Погба снова травмировался, неудачно подавая навес. Неудача. Второе. Свершилось! Эден Азар вышел в старте Реала впервые с 3 января. Правда, за 60 отведенных минут в матче с Хетафе бельгиец вообще ничем полезным не отметился. Ну и третья новость с пометкой «Вау», которую мы ждали не только этот сезон, но уже несколько лет, если не десяток. Александр, царь мостовой, наконец-то пошел учиться на тренера! Главный критик коучи в России и, по его же словам, потенциальный супернаставник, долгие годы отнекивался от получения лицензии, называя ее «бумажкой». Но вот теперь, наконец, решился. Вообще, история Александра интересная. Великий в прошлом игрок стал фриком. И многие журналисты просто по фану, ради заголовков, спрашивают мостового о его тренерской судьбе. На что он совершенно искренне отвечал и отвечает, критикуя Карпина, ставшего тренером по блату, Слуцкого, не умеющего чеканить мяч, а про себя говорит, что вот с его игротским опытом мог бы стать крутым наставником. И прикиньте, если Александр реально сейчас пойдет учиться, погрузится в профессию, окажется классным наставником и добьется успеха, тогда всем нам будет не до смеха. Верится в это, конечно, с трудом, но пожелаем Александру удачи. Ему, а также Погба и Азару за долгожданные ачивки по плюсоточке. На втором месте главный джокер этого сезона. В сентябре прошлого года мы включили Марко Асенсио в топ тех, кто, вероятно, провалит сезон. И говорили, что он просто не нужен Анчелотти. И это действительно так. В команде Асенсио только 16-й по минутам на поле, при том, что в этом сезоне он вообще не травмировался. Но главное, Марко не стал забивать на футбол, а решил доказывать на поле. За всего лишь 1867 минут во всех турнирах он оформил 20 результативных действий, то есть проведя на поле всего лишь 37% игрового времени. Марко является четвертым в Мадриде по гол плюс пас, а в пересчете на 90 минут он и вовсе лучше в Реале по этому показателю. У испанца почти одно голевое действие за условно полноценный матч. Позади Бензема и Винисиус. Выходя на поле, Асенсио реально почти всегда решает и приносит пользу. Вот на неделе своим голом из-за штрафной принес Реалу победу над Хетафе. Этим летом у игрока заканчивается контракт, и интересно, захочет ли он и дальше оставаться в Реале на вторых ролях, ну или решит сменить клуб. Я бы посмотрел на испанца в клубе, где он будет на ведущих ролях. Напишите внизу, какой клуб, по-вашему, подойдет испанцу, ну а пока ему за суперэффективность плюс 150. И на первом месте, как и неделю назад, Наполи. Но в этот раз выделим двух фанатов, которые необычнее всех отпраздновали чемпионство. Вот что исполнил первый. Его имя неизвестно, но человек точно является пилотом. Он взял небольшой самолет, поднялся в небо и потратил 1.5 часа на то, чтобы своей траекторией на радарах нарисовать эмблему Наполи. Посмотрите, как похоже получилось. Прям какой-то авиахудожник. Но еще более удивительным поступком отметился фанат по имени Сальвадоре Бельзано. После того самого матча с Удинезе, в котором команда официально стала лучшей в Италии, он воспользовался хаосом на стадионе и пробрался в чемпионскую раздевалку любимого клуба. На некоторое время игроки даже приняли Сальвадоре за своего и праздновали вместе с ним. Парень даже снял видос оттуда. Правда, потом Амир Рахмани увидел чужака и спросил со смехом: «Ты кто такой, черт возьми?» Фанаты вежливо попросили уйти, но тот подумал, что терять уже все равно нечего, и во второй раз ворвался в раздевалку. Но ненадолго болельщика сразу же вывели. Зато видос с его приключением набрал уже несколько миллионов просмотров. Бальзано и неаполитанскому пилоту за находчивость и оригинальность по плюс 1000. В списке худших игроков недели обойдемся без вратаря. Тут мы явного антигероя не смогли выбрать. Зато вот среди защитников есть отличный кандидат. Это Хуниор Фирпо из Лидса. Команда сейчас пытается всеми силами спастись. И вот выдает отличное начало в игре с Ньюкаслом. Ведет 1-0. Но потом в дело вступает Фирпо. Сначала он подскальзывается в штрафной и вынуждает партнера сфалить. Сороки забивают первый пенальти. Потом играет рукой. Это второй 11-метровый для соперника. Лиц уступает 1-2. Правда, ближе к концу сравнивает счет и пытается додавить. Но Хуниор зарабатывает вторую желтую и удаляется с поля. Это, как мы с вами говорим, вредительство в чистом виде. В середине поля отмечу слабую игру тройки из Арсенала. Джака, Жоржиньо и Эдегора, которых перебегали, переиграли и оставили с нулем голов их визави из Брайтона. 3 отбора на троих, 1 перехват и ни одного удара в створ. Так проваливать важнейший матч нельзя, как и решающий отрезок чемпионата в целом. Хотя Эдегора это касается в меньшей степени.
В атаке долю хейта направим в адрес парней из Ливеркузена. Вирца, Диаби, Осмуна, Адли, Гложика. И к ним еще добавим обычно активного впереди латераля Фримпонга. Но на неделе они ничего не смогли сделать сначала с Ромой, отметившись всего 2 ударами в створ, а потом еле вымучили ничью с аутсайдером Штутгартом, не доставив даже такому сопернику больших проблем в обороне. Не забудьте определиться с худшими футболистами недели в нашей телеге. В прошлой программе лучшим игроком вы признали тащера Лиона Александра Лаказетта. На этот раз в список претендентов попали Тайво Авони из Ноттингема, Жеральдо Беккер из Униона, Илкай Гюндоган из Ман-Сити и Генрих Мхитарян из Интера. Интересная вышла четверка. На этой неделе было очень много красивых мячей, хотя для меня один стоит особняком. Это то, как Илкай Гюндоган забрался в штрафной Эвертона. Тут и Рональдиньо, и Беркамп, и Анри, всех по чуть-чуть в этом голе. Для проформы покажу вам гол пятки от Алера в игре с Гладбахом. Отличный дальний удар от Лукаку в матче с Сассуоло. Ну и закроем это голом Вильяна в матче с Лестером. Фулхэм, кстати, за неделю положил 7 голов. Ну, должен был хоть один попасть в наш топ. Вновь напоминаю, что в нашем телеграме есть бонусный топ-5 лучших голов из футбольной периферии. Ну, а там же вы сможете решить, кто стал автором самого красивого мяча и MVP этой недели. За просмотр очередного выпуска команды вас благодарят Вассан Балан и Саша Журавлев. Свое спасибо вы нам можете выразить с помощью лайков, подписок и теплых комментариев. Ну, а лично мне сделайте приятно, если подпишетесь на телеграм-канал «Москвич Индус». Там много интересного о футболе. Ну а теперь пока. А Барса-то чемпион!